Здравствуйте, дорогие друзья. Мы пришли в Икею, то есть приехали в Икею. Сейчас мы сразу сходим в одно место, а потом уже пойдем. Проверяет все, проверяет. Видите, как красиво. Магазин вот этот вот, Мам-мобиль, напротив. Тоже классный магазин. Так, в туалет пойдем. И здесь проверяют опять. Посмотрите, какие товары. Много новых товаров. Вот такие подушечки, кровати. Вот такие подстилочки. Можно под ноги, можно и на кровати. Неплохо смотрятся. У нас есть пару штук таких. Я вам делаю озвучку, а Барнюшечка тут рядом чмокает, кушает. Так, проходим дальше. Народу не так много, потому что везде проверяют. Не каждый пойдет, не каждый привитый. Не у каждого там тест есть. Поэтому вот так. Но, однако же, народ есть. Вот, посмотрите. Мы приехали за столом. Нам нужен стол. Мы смотрим стол. Ну, и для вас я снимаю обзорчик, делаю. Уже к Новому году так все украшено красиво. Диваны такие неплохие. Вообще мебель неплохая. Я хочу сказать, что в Икее мебель неплохая. Как-то я одно время говорила, что как-то недовольная, но все равно мне нравится. И цена бюджетная, и в принципе есть что выбрать. Смотрите, вот такой стул. Он такой широкий-широкий. Ну, неплохой такой, с дерева. Люблю Икею иногда, знаете, походить, посмотреть. И вот очень мне понравилась вот эта лампа. Я прямо что-то загорелась этой лампой. Может быть, в следующий раз мы поедем, я куплю эту лампу. Мне она нравится. Даже вот в столовую, вот так, над диваном. Я думаю, что будет неплохо смотреться. Ну, посмотрим, да. Мне много что нравится, но не все я покупаю. Я всегда думаю, прежде чем что-то купить, я увижу, но я думаю. Я сразу никогда ничего не покупаю. Лампа, да, смотрится неплохо. Прекрасная лампа. Посмотрите, какая. Видите, а ее можно разворачивать в разные стороны. И так, и так, и так. Как вам нужно. Отлично, отлично. Только я думаю, может быть, она в глаза будет светить. У нее вот этот вот стержень. А может быть и нет, не знаю. Может быть, лампочку какую-то к ней другую можно подобрать. Ну, хотя вот с этой лампой она прекрасно смотрится. Посмотрите, над диваном. Конечно, интерьер такой, знаете, разный. И мне кажется, каждый раз приходишь, и все по-разному. Они, наверное, переставляют все-таки. Переставляют как-то все. По-новому делают. Наверное, когда магазин закрывается, там приходят специальные люди и начинают все переставлять, переделывать. Вот такая комнатка. Интересная комнатка такая, как рабочая, наверное. Ну, конечно, стол мы смотрим. Но я смотрю, что вот то, что я представляла себе, да, какой стол. Такого стола нету. Вот они как-то были одно время, да. Сейчас, смотрю, их нету. Может быть, в каком-то другом магазине надо посмотреть. Но, в принципе, мы тут подсмотрели стол. Но их сейчас нет, этих столов. Они будут только в декабре. Их 6 числа привезут. Привезут 6 числа, и это надо где-то число 10, наверное, поехать, чтобы этот стол взять. И вот, привет-привет вам от меня, я вам машу. Вот. А этот по грязушке своей грызет. Вот, вот этот, нет, не этот стол, не этот, нет, нет, нет. Этот мне как-то не очень, хотя у него неплохо, углы такие скошенные, закругленные, стульчик вот хороший. Понравился. Ну, у нас стулья есть, но стул хороший. Так вот, знаете, неплохо. Кухонка хорошая. Такой цвет приятный. Кофе с молоком.
Много товаров, конечно. Ну и много старых товаров. Вот так вот смотришь уже и думаешь, вот это я уже видел, это видел. Вот диванчик неплохой. По-моему, это новая моделька. Постельное белье симпатичное. Я сегодня в уцененных товарах, увидела вот такое, не покрывало, а как его называют, на одеяло, да. Там не было цены, я просто не знала, сколько стоит. Ну, что-то покрутила, повертела, но все-таки, ну, не взяла. Пододеяльник, вот-вот, вспомнила, как называется. Ну, диванчики некоторые есть, новые модельки тоже. Такое покрывало, по-моему, шерсть, но оно такое дорогое. Мне кажется, оно не стоит своих денег. Да, оно очень дорогое. Диваны красивые есть, неплохие. Вот такие, смотрите, люстрочки или торшерчики, как их можно назвать, подвесные. Симпатичные. Конечно, это хорошо, у кого высокие потолки. Если у нас вот они такие низкие, мне кажется, это и смотреться не будет. Хотя над столом это и неплохо будет. Я думаю, и неплохо. Вот новый диван. Посмотрите, какой симпатичный. Очень даже ничего. Вверху, по-моему, там тоже новые диванчики стоят. Может быть, потом и в мою рабочую комнату какой-нибудь такой небольшой диванчик, как типа софы, что-то можно купить. Вот такой новенький, неплохой. И цена у него. Что-то я не обратила внимания, не посмотрела и вам не показала. Вот хороший какой такой серенький. Неплохо, неплохо. Да. Много товаров. А вот это вот чехлы на диваны. Я не знаю, там они одного размера или разные размеры. Ну, наверное, может, разные размеры. Тоже неплохо. Народу, конечно, не так много. Ну, диван хороший. Посмотрите, какой. Прямо. И кресло. Ну, кресло отдельная цена. У дивана отдельная цена. По-моему, 1700, что ли, стоит. Ну, хороший диван. Неплохой. Такой, знаете. И такой вот тоже торшер подвесной, видите. Но тот мне больше понравился. Хотя это тоже неплохо смотрится. Вот, 70 евро почти что стоит. Неплохо, неплохо. Угу. Да, новый. Новая моделька. Здесь тоже неплохо. Вот мне нравятся мне вот такие вот лампочки. Прям прекрасно смотрятся в паре. Так вот несколько штучек. И вот тоже диванчик неплохой. Там много всего интересного. Да, мягкую мебель можно купить. Как-то я много раз слышала, что нет смысла покупать в Икее мягкую мебель. Что она плохого качества и так далее. Нет. Я думаю, что неплохо. А вот посмотрите, я увидела вот такой стул, это тоже новый, и думала Барнюше купить, чтобы он на нем сидел. Ну, я думаю, он, наверное, не сидел бы, да? Лежать тут нельзя, только сидеть. Смотрите, такой маленький стульчик. Чехол отдельно, стул отдельно. Ну, если брать, это уже где-то евро 50 будет. Овера 50, да. Видите, чехол отдельно продается, стул отдельно. Ну, он такой. Я прям что-то загорелась ему купить, а потом так остыла. Ну, насчет диванов опять. Я считаю, что неплохие диваны икеевские, неплохие. Может быть, раньше были плохого качества, сейчас, мне кажется, неплохие. От многих слышала, что хорошие. Но опять же, как, смотря какой и по какой цене. Да? Если бюджетный какой-то брать, может быть, он и плохого качества. А если подороже, я думаю, что и неплохо. Да? Посмотрите, какие новые кресла. Тоже интересное какое оно. Ну, вот эти давно яркие стоят. Такие, какие желтые, да. А вот это вот новое. И вот там, по-моему, новое. Вот неплохие диванчики, неплохие. Все так со вкусом. Ну, дизайнеры поработали. Хорошо. И вот наподобие нашей мебели, которая стоит у меня в рабочей комнате.
Такой, правда, у меня нет под телевизор, но можно купить, чтобы так, знаете, подходило. Вот не знаю, как мы стол туда поставим, наш большой, как это будет все сочетаться, да. Серое, белое и, ну, в принципе, может, и ничего, не знаю. Ну, стола пока мы не видим, да. Чтобы нам понравился стол какой-то. Кухня неплохая, в таком, в зеленом цвете, в таком красивом зеленом цвете. Угу. Интересная мебель, конечно, есть. Вообще-то можно что-то выбрать, знаете, так обставить комнату со вкусом, так интересно, красиво, модно. Вот, вот интересно смотрится. Вот это тоже неплохо, комнатка. Книжный шкаф, шкафы такие. Мне сейчас нравятся шкафы под стекло. Они хорошо смотрятся. И вот такие лампы красивые над столом. И вот новое что-то. Ну, вот такие вот тумбы под телевизор, да, или для телевизора. Ну, для техники. Вот неплохие тоже. Вот надо подумать вот насчет этой тумбочки. Я ее специально засняла. Она мне понравилась. Вот это и, по-моему, наверху еще мне понравилось. Но это уже потом. Все сразу тоже не купишь. Это на потом. Неплохие, неплохие. Это новые товары уже наверху, по-моему. Да. Ну, в следующий раз можно тумбу такую купить под телевизор. Ну, не под телевизор, а просто вот где телевизор, да, туда. А та у нас уже такая, знаете, можно ее уже и выбросить. Ну, неплохие. И опять вам привет от меня. Жарко в пальто. И ходим в масках, задыхаемся. Ходим, задыхаемся. Невозможно просто. Я, правда, легко оделась. Привет, привет. Но все равно мне очень жарко. Так. Вот тоже стол, но тоже, опять же, он нам не идет. Мы в поисках стола, в нашу столовую. Так как я уже говорила, что вот этот стол наш, мы хотим поставить в мою рабочую комнату, но у нас по-другому не получается, потому что все-таки нам тесновато, тесновато получается в столовой, много занимает места. Вот мне вот этот дизайн очень понравился, смотрится так вообще классно. Простите, что-то у меня тут с горлом не в порядке. Прошу прощения. Да, вот это вот тоже неплохой столик, но он больше идет как на террасу. Это кухня. Тоже комната неплохая, кухонка такая. Все хорошо так смотрится, все обставлено так со вкусом. Мебель красивая. И ковер подходит хорошо. Такой стол тоже. Ну, нам все это не подходит. Вот, 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 вот то, что надо. Вот этот, именно вот этот. Очень понравился вот этот стол. Вот пальчиком показываю. И нравится мне, что столешница такого цвета под дерево и ножки белые. Оно как раз будет хорошо сочетаться с нашей витриной. Потому что у нас у витрины тоже столешница такая под дерево. И тут тоже под дерево. И кухни тоже под дерево. Я думаю, что это будет неплохо и хорошо. Ему же тоже нравится. А вот этот стол, который вот этот вот, он как-то теряется. Он больше, знаете, только для кухни подходит. Я имею в виду, чтобы только одна кухня была. В столовую как-то это не очень идет. Вот. Такие дела. Да, еще один там понравился стол, но он такой, знаете, лаковый. Тоже углы там такие скошенные, как бы, ну, закругленные. Но он чересчур большой, и он тоже раскладывается. Нам бы это не надо. Нам, если что-то надо будет, то мы всегда
этот будет, уже запинаюсь, за большим столом будем сидеть тогда уже. А за маленьким, ну, будет нам прекрасно и хорошо. Вот столы тоже неплохие есть. Можно что-то подобрать, но вот мне тот понравился. Вот этот, именно вот этот. Простите, что я заикаюсь. Ну, не волнение, просто немножко это. Хороший вот на этих ножках. Мне даже нравится этот дизайн. Вот этот вот, про этот я стол говорила, что он какой-то... Ну, он неплохой, да, он неплохой. Ну, как-то, мне кажется, он нам сюда не пойдет. В нашу, ну, я имею в виду в нашу столовую. Вот мне понравились вот эти стулья прозрачные. Они, кстати, классные такие. Ну, вот мужу понравилось, он заинтересовался. А мне что-то как-то он нет. Вот стулья мне понравились вот такие. Посмотрите, какие они интересные. Хороший стульчик. Такой стульчик можно было бы взять. Но у нас есть стулья. 8 штук аж купила. Но это чтобы всем хватило. Знаете, как у нас раньше, если приходили гости, дети там, все, нам всегда не хватало стульев. И мы потом не знали, где их взять и на что посадить. Куда посадить, то есть. Прошу прощения. Вот этот стульчик маленький, как раз для барнюшки. Вот опять к этому столу пришли. Мне он нравится. Мы его будем покупать. Мы его хотели сразу купить, но в данный момент этих столов нет. Они еще не пришли с базы. Они на базе. Когда они придут, тогда мы поедем за ним. Хороший стол. Вы тоже присмотритесь к нему. Он небольшой. И он очень такой, знаете, приличненько смотрится. И он такой стабильненький. Вот эти тоже вот неплохие, да, здесь столы. Но они огромные. Вот наша витрина стоит, которую мы купили. Только она у нас без подсветки стоит. Мы можем тоже подсветку сделать. Просто ее надо сделать. Да, Паш? Надо как-то сделать, я думаю. Она с подсветкой очень красиво смотрится. Ручки другие здесь сделали, конечно. Витрины мы довольны. Витрина хорошая. Конечно, не дешевая, но хорошая. Вот шторки мне тоже понравились. Вот эта кухня интересная в таком стиле. В таком, ну, такая вот. Остров интересный тоже сделан так. Цвет такой коричневый, какой-то такой. Вот тоже новые товары. Тоже мне понравились вот эти вот дозы для кухни. Неплохие. Вот надо будет в следующий раз подумать. Может быть, надо будет тоже купить, сделать. И вот что-нибудь, знаете, для чего? Это, допустим, купили вы петрушечку свежую в горшочке, купили вы там еще что-то. Вот так можно поставить туда. И пускай растет и рвать, да? Что-то у меня с голосом. Хорошие вот такие вещички, да. Туда не идет, конечно, куда я прицепила. Ну, вот. Крючочки отдельно продаются. Вот тут тоже постелька такая. Вот это вот, кстати, кровать интересная. По-моему, это кровать, да-да. Посмотрите, какая. Такие вот шкафы выдвигаются, она задвигается. Это, наверное, в однокомнатную квартиру кто живет. Она классно бы пошла. Кого места мало, да. Можно ее туда задвинуть, все убрать. Я думаю, что она задвигается, да. Наверное, да. Не знаю точно. Ну, неплохая кровать. Деревянная такая, белая. Так, а это что тут? Что такое, что такое? Шторки такие симпатичные. Мне они тоже понравились. Они такие приятные. Изо льна, по-моему. Привет, 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 привет. Пляшем, танцуем. Ну да. Что еще делать остается? Лампы красивые какие. Вообще все красиво, конечно. Пледик такой симпатичный. Я вообще обожаю просто пледы всякие разные. Мне очень нравятся. Пледики тепленькие. Особенно зимой так завернуться на креслице. Зеркала какие симпатичные. Вообще красиво так вот все. Идеи хорошие. Столик тоже такой прекрасный, симпатичный. Барнюша водичку пошел пить, поэтому хлёпает здесь.
поросеночек маленький. Новые тоже стулья на колесиках. Очень симпатичные такие. Но нам кожаная нельзя. У нас кошечки, собачки. Быстренько все это будет в коготочках таких. У нас были стулья такие кожаные, да. Ну, сколько лет, я уже не помню. Но они такие уже были, пошарпанные кошечками-то. Нам поэтому кожаная это нельзя. Нам только это, тряпочная. Вот. Эта вот штучка посмотрела, тоже думаю, может быть, мне бы нужна была бы, ну, неплохая. Так, так, много всего такого. Интересного, конечно. Вот стул тоже неплохой. Я давно на него смотрю, он очень удобный. Вот сколько стоит? 100 евро почти, что, но он очень удобный. Надо будет такой себе потом купить. Это, знаете, когда шить в комнате там, в рабочей, вот так вот, знаете, чтобы так вот раз-раз садиться. Не в такой большой стул, а в такой, ну, он такой маленький. Мне кажется, он удобный очень. 89, да, стоит? Удобный, да. Вот я даже его ногой потрогала. Много новых стульчиков, новиночки всякие разные. Ну, может, это и старенькие, я не знаю, но я их не видела. Для меня они новенькие. Так, сейчас мы идем кушать. Все, ребята. Идем кушать. Мой муж там уже в очереди стоит. Потому что там все проверяют. Проверяют. Или ПЦР-тест, или... Вот смотрите, какие красивые. Это тоже новиночка, по-моему, какая-то. Или ПЦР-тест, или прививки у тебя есть. Что у тебя? Все нормально. Просто так ты никуда сейчас не пройдешь и не зайдешь. Видите, люди стоят, чтобы покушать. Пошли мы кушать. Обедать, то есть. Или ужинать. Точно не могу сказать, но... Одно из двух. Парнюша... В чем дело? Что-то он тут фыркает. Все, всем пока-пока.